угловой у Дженнелта. Он тоже подавал. Навес, удар и гол! Рано или поздно должны были забить. Антонелли, капитан Дженнелта, забивает, причем во втором матче подряд он забил и Чезени. Но то Чезена, это все-таки как-никак Милан. Дженуа рвется на третью строчку в зону Лиги Чемпионов. Лука Антонелли аккуратненько, кто на этот раз ему борьбу проиграл. Банера. Да. Ногой пытался прямо с подбородка этот мяч снять. Ну и немножко повезло. Лука Антонелли приличного роста. Игрок для флангового защитника, может быть, даже получше среднего. И вот головой